Леночка, ты знаешь, что на рождественском столе должно быть не менее 12 блюд? Сколько? Не менее 12. Слушайте, если я буду готовить все 12 блюд, мне уйдет, наверное, суток двое, потому что у меня, ну, две кастрюли дома всего. Лена, забудь об этом, потому что сегодня, друзья, мы вам представляем набор посуды с итальянской душой, который полностью обновит вашу кухню, сделает ее намного функциональнее. Ух ты, такого еще на телеканале Шопен Шоу не было. Все внимание на экран. Оторвитесь от своих забот, приглядитесь прямо сейчас. Полный комплект, 31 предмет, вот даже ножи входят в него. Ничего себе, представь, все это в этом наборе. О нем я расскажу вам сегодня очень подробно. Сегодня я открою вам все самые важные секреты этого набора, потому что этот набор инновационный, друзья. Итак, все-таки комплектация. Кастрюля с крышкой объемом 6,1 литра. Кастрюля с крышкой объемом 3,6 литра. Кастрюля объемом 2,1 литра. Кастрюля объемом 1,9 литра. Ковш 1,9 литра. Сотейник объем 3,4 литра. И, друзья, это не просто сотейник, потому что это и сотейник, и сковорода, и форма для выпечки и запекания. Это прекрасно. У нас еще есть набор для специй. Это тоже входит в набор? Это тоже входит в набор. О, вот это да. Так что еще у нас есть? Также у нас входит в набор профессиональных ножей с магнитным держателем. Ваши ножи всегда будут у вас под рукой, вы всегда будете... Подождите, а вот это что такое? Подождите, вот это черненькое, хочу сразу спросить. Это две бакелитовые жаропрочные подставки под горячую. И это еще не все. У нас еще в наборе есть сетка для фритюров, в которой очень удобно варить еще и пасту. Причем она еще и с ручкой. Она еще и с ручкой, да. Посмотрите, невероятное предложение. Между прочим, одна сетка в магазине стоит около 500 рублей. Но и это еще не все. У нас 31 предмет. Это полный комплект для вашей кухни, для того, чтобы вы смогли сегодня обновить свою жизнь и сделать ее функциональной. Ух ты, как здорово! И даже есть, смотрите, сеточка специально для фритюры. Слушай, но ты говоришь уникальный. Я, конечно, знаю, что это итальянцы молодцы. Но что они с посудой могут сделать? Итак, Лена, самая одна из главных уникальностей нашего набора – это теплопроводность. Потому что в любой хорошей, качественной посуде всегда важна теплопроводность. Друзья, внимание на экран. Что же такое теплопроводность и для чего она нужна? В обычной посуде вся теплопроводность идет снизу и разогревает только низ и верх. Поэтому продукты часто пригорают и развариваются. В нашей же посуде такого не бывает. В нашей посуде теплопроводность проходит равномерно, а соответственно ваши блюда всегда будут идеальными. А к тому же, соответственно, вы будете быстрее разогревать ваше блюдо. Вы будете тратить до 50% меньше электроэнергии, а соответственно у вас будет больше времени на ваше блюдо. Выбирайте для себя лучшую кухню, кухня с итальянской душой специально для вас, которая сделает вашу кухню функциональнее. 31 предмет. Все здесь есть. Ничего докупать не нужно. Посмотрите, красивый, блестящий. А как готовит. Вот обожаю, когда наши кастрюли готовят нам лучше всего. Так и хочется сказать, знаешь, Ром, горшочек вари. Вот расскажи мне, что мы сможем варить в нашем наборе? Абсолютно все. Абсолютно любые блюда, даже самые сложные. Мы можем, вот как сейчас даже убедиться, мы можем приготовить самый сложный гороховый суп, который я здесь готовлю. Только вспомните, друзья, когда вы гороховый суп готовите, как часто он у вас прилипает или перегорает? Вот у меня точно, у меня горох, вот. Да, прилипает. У нас же, смотри, у нас с этим супом ничего не происходит. Какой вкусненький. Да, да. А все это благодаря трехслойному аккумулирующему дну, который позволяет готовить даже с эффектом томления и имеет лучшую высокую теплопроводность. Как же все-таки устроено это дно? Вот прям три дна. Три слоя металла, состоящие из стали, алюминия и стали. Сталь, соответственно, позволяет быстро нагреть. Алюминий позволяет сделать это быстро, а следующий слой стали позволяет равномерно распределить температуру по всей поверхности. Друзья, это не просто посуда, а посуда итальянского качества. Это прекрасно, потому что мы забираем сразу все. 31 предмет. Комплект посуды с душой, который обновит вашу кухню и сделает ее функциональнее. Все здесь есть, даже набор ножей, набор специй и даже наши ложки-поварешки. Все нам с вами нужно. Леночка, но я обещал тебе и нашим телезрителям многофункциональный набор. И я вам, друзья, это докажу. Внимание!
сюда. Что я сделал? Я с помощью нашего сотейника запек мясо с овощами. Вы только посмотрите, какая красота получилась. Mm-hmm. Только представьте, вы можете в этом сотейнике жарить, тушить, запекать. Ой, посмотри, какое красивое мясо получилось. Мама мия, Санта-Лючия, какая вкуснятина. Но вот что значит итальянское качество. Это не все. Так. Обрати внимание, так. Что я делаю? С помощью, кстати, нашего ножа. И нашей вилки, которая идет в комплекте, я разрезаю это мясо. Ой, какое оно мягкое. Оно совсем, вот у меня всегда высушивается мясо почему-то. Вот, потому что у тебя посуда не имеет правильной теплопроводности. Ну, вот, имела началось. Бы твоя посуда правильную теплопроводность, у тебя такого не было. А теперь, друзья, посмотрите, какая здесь красота, слушай, какое сочное, вкусное мясо. Вот я никогда не думала, что физика так важна, особенно в приготовлении мяса. Очень важна, очень важна. Как ты думаешь, сколько лет учатся повара, чтобы достичь таких результатов? Даже не представляю. Вот. А потом еще долго гоняются за хорошей, качественной посудой. Но вам гоняться не нужно. Вы сегодня сами становитесь профессионалом на вашей кухне с набором посуды Style Devita. Сладкая жизнь, Dolce Vita начнется у вас. Это перфекто, это ароматто, это вкуснатто, это невероятно, невероятно потрясатто. Приятного аппетита. Кушай, Леночка, это специально для тебя с итальянской душой просто от русского сердца. Тает во рту просто мясо, невероятная вкуснота. Вкусно? Только представьте, друзья, сколько вы сможете приготовить новых блюд. Только представьте, 31 предмет наш набор. С помощью нашего набора вы можете приготовить просто миллион новых блюд и получить просто массу наслаждений. Ведь только наш набор обладает самыми уникальными свойствами и качествами. «La bella della verità», вот так бы сказали итальянцы. Верьте этому человеку, потому что он говорит все правильно. И мы получаем с вами огромную комплектацию за одну цену. Давай пройдем по комплектации и посмотрим, какие же у нас объемы кастрюль. Итак, самая большая кастрюля с крышкой объемом 6,1 литра. Холодец смогу сварить? Можешь сварить холодец, суп. И также, кстати, она обладает таким же трехслойным дном, как и весь наш набор. Прекрасно. Следующая кастрюля объемом 3,6 литров, также с крышкой и с таким же из такой же уникальной стали и с таким же уникальным дном. Экселанто! Следующая кастрюля объемом 2,1 литра. Отлично, кстати, в ней варить или тушить жаркое. Это перфекто. Перфекто. Следующая кастрюля объемом 1,9 литра. Я называю кастрюлей для завтраков. Люблю варить не каши. И что самое главное, ничего не прилипает и не пригорает. Даже рисовая каша всегда идеально. А вот яйца, например, сосисочки сварить с утра? Вот для этого есть замечательный ковш. Он также идет с крышкой объемом 1,9 литра. Также имеет, как весь набор, уникальное трехслойное дно. Кстати, в таких ковшах все профессиональные повара варят соусы для своих лучших блюд. Это белиссимо итальянское качество. А вот что это у нас? А это, Леночка, наш главный герой нашего набора. Это сотейник, это ковш, это сковорода. Форма для запекания, форма для выпечки. И все это в одном предмете. Но это еще не все. И это еще не все. Да, Леночка, этот набор действительно уникален, потому что 31 предмет в одном наборе. Давайте же посмотрим, что еще. В этом наборе мы имеем вот такой вот набор, еще один набор специй на магнитном держателе, который очень удобно хранить. Во-первых, мы сняли, мы видим, какие специи здесь, всегда поправили то, что нам нужно, посыпали и обратно на магнитный держатель поставили. Прекрасно. Но есть еще и профессиональные ножи. Да, да еще и с магнитным держателем в комплекте. И только посмотрите, мы взяли ножи, повесили на магнитный держатель. Магнитный держатель закрепили в любом для нас удобном месте. И наши ножи всегда у нас на виду. Кстати, очень еще хорошо можно и похвастаться. Слушай, а вот для чего вот эта штучка нужна? Вот эта сетка нужна для использования во фритюре. Либо можно сварить в ней пасту. То есть как только ваша душа пожелает. Так, прекрасно. Смотрите, она сразу с ручкой идет, а значит, нам уже не нужно заботиться. Взяли, опустили, и наше блюдо готово. Красота невероятная. 3 в 1 мы получаем с вами сковороду из нашего набора, в котором 31 предмет, который придет к вам с бесплатной доставкой. Каждый день у нас уникален, каждый час неповторим. Успейте, будьте готовы, что этот набор закончится прямо сейчас.